тобой денег возьми. Не хочет посыпаться. Как же папа разбудить? Он же на работу опоздает. Сейчас папа разбудит и слез. Папа, папа, вставай! Не хочет посыпаться. Ничего себе спит! Папа, вставай, папа, вставай! Папа, пойдем зубы чистить, а то на работу опоздаешь. Какая работа, София? Папа, у тебя будильник звонил. Вставать надо. И умывать и зубы чистить. Ой, София, все, встаю, встаю. Класс, получилось. Пойдем. Папа, пойдем зубы чистить. Ну идем же, идем. Папа, давай зубы чистить. Давай будем чистить. Папа, ты дела не чистить зубы. Папа, папа, чисти зубы. Папа, чисти. Ну, папа и Соня. Что чисти? Папа, он умывается. Пошли. Папа, надо одеваться. И меня запрести надо. Ой, София, я хочу спать. Папа, ты на работу опоздать. Какое спать? Ну, Софийка, можно 5 минуточек? Ну. Ух, пошла я одеваться, а то опоздаю в сад. Папа, что мне одеть? Это и это. Это. Что он показал? Ладно, одену это. Ух ты, красиво. Ой, костюм надо, наверное, София. Папа, твои штаны давай одевать. О нет, моего штаны я тут не одену. Папа, тебе штаны надо одевать. София. Ой, хорошо, все, одеваем. Папа, ты штаны на шорты одевай. Надо, папа меня запьет. Иди сюда, София, я заплетать не умею.
сейчас что-нибудь придумаем. А где там твои резинки или заколки, что там? Вот, папочка, вот. Все нормально, София. Папа, ты меня не запьёшь. Слушай, я же говорю, не умею. Давай вот так, хорошо. О, давай вот так. О. О. Придумываю тут всяких прибамбасов. Все, пойдет. Папа, точно пойдет? Пойдет. Да, ну и печёшка. Вот и сама себя запекусь. Готово. Так и готово. Папа, давай быстрее, мы уже сразу опаздываем. Мы опоздаем садик, пойдем. Ещё пожалуйста, как надо. Ой, София, спать хочу, доча. Ну, а может не идти в садик? Ну. Как не идти? Надо идти. Пошли завтракать и садик. Ну и пошли, ладно. Иду, иду. На, ешь йогурт. Папа, ты ешь сметана. Ну, точно сметана. К счастью, мюсли сделаю. О, мюсли! Ой, София, ты пока кушай, я сейчас себе волшебный напиток сварю. Кофе, что ли? Ага, его самого. Давай кофе. Оживляй меня. О! О, еще лучше, слушай. София, я на работу еще не опоздал? Не, на работу я еще не опоздал. София. Сегодня воскресенье! Как воскресенье? Я что, стала после ста? Единственный выходной, София. А я уже кофе напился. Эх. Так что, садик и на работу не идет? Походу нет. Ура! Ура! Пошли в парк. Ребята, у вас было такое, что вы в воскресенье собираете садик, ставьте лайки. А у нас это уже в который раз, а? В третий или в пятый? Третий. В третий раз. Поэтому мы решили вам снять видос и показать, как у нас Софийка иногда нас собирает на работу и будет в воскресенье. Да? Угу. Всем пока, ребята. Ставьте лайки, всем пока. И не забудьте подписаться на Инстаграм. Ссылочка на описание, оно будет снизу.